Опять же, отмечу, что в этом сезоне, я говорил про Ярославскую школу рок-н-ролла, мы отмечали пару из Нижнего Новгорода, и в целом в нашей стране такой произошел большой взрыв буги-вуги. Интерес данной дисциплине возрастает. Буквально 2 года назад мы работали на Сочи Open 2019 года и обсуждали, что вот только-только буги-вуги начинают развиваться, а сейчас не только пары появляются по всей стране, но и даже массовые дисциплины буги-вуги появились. Буги-вуги соло, когда один спортсмен на площадке даже прошел всероссийский турнир по буги-вуги соло. Это все позволяет повысить интерес к данному направлению у детей, у юниоров. И все это дает плоды. Просто благодаря этому новые пары из нашей страны появляются в разных категориях. Ох, какая эффектная концовка. Все, мы...